Так, да, я решил еще. Всем привет, с вами снова я. Я решил выложить еще одну серию по Warface с элитной АС-50, также на убежище. Мы будем опять с Даньяром играть втроем против шестерых. А, нет, ну вчетвером. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, да, мы сейчас загрузимся. Да, мы играем втроем. Я думаю, что идти на раш глупо, и поэтому я решил зашкериться вот здесь. Так, мы убили одного. Нас кого-то убили. Так, их резают. Данияр, сиди там, не вылезай. Так, ждем и смотрим врагов. Отлично. Так, я тоже убиваю там кого-то. А, они снова резаются. Там кто-то побежал. Мы вдвоем с Даньяром остались против одного. Я пойду здесь. Пойдем, пойдем. Отряд противника уничтожен. Победа а, ну вот. За нами. Захватите коды запуска ракет. Я попытаюсь через последний кого-нибудь убить. Не попал. Вот попал одного. Так, Даньяра убили. Так, пока мы идем к следующему. Ай. Ай, нас сильно ранили, и поэтому... Так, вот здесь я то, что знаю. Отряд уничтожен. Ага, миссия провалена. Ну, да. 6-1. Захватите коды запуска ракет. Раунд начался. Ложимся сюда. Так, не попал, ну ладно. Медика. Дай аптечку. Очень нужно. Да. Вот он ярко сделал троих, да, молодец. Уничтожен. Победа за нами. Захватите коды запуска ракет. Раунд начался. А ну я вот сейчас здесь вот. Все, да. Врага нет. Ярко вот убивает. Убить. А они еще резаются. Да, опять. И снова он убивает.
убивает троих. Граната! Так. Да, там все порезали. Да, его все-таки убивают. Да, у них одни меды, и поэтому играть против них вообще просто невозможно. Потому что они абсолютно всегда резают. Ну вот видите, да, одни резают. Это что, Сайга? А, это Уса. Ну да. Так, ну у нас тоже миды есть. И поэтому этот раунд мы задачим, да. Да, посмотрите, у них 6 человек миды. 5. Отряд противника уничтожен. Так, меня кто-то обогнал. Захватите коды запуска ракет. Раунд начался. Так, Саня, сюда. Они сейчас придут резать снова. Я им не дал. Как? Противника уничтожен. Не понял, что он не достал, ну ладно. Не дайте противнику захватить коды запуска ракет. Раунд начался. Так, отсюда сейчас опять попрут. Здесь тоже нет. Может здесь? Ага. Ну все. Уничтожен. Победа за нами. Мы вышли мы со счетом 12-3. Ну, Данияр получше. Ну ладно. Ну вот это очередная серия. Я думаю, она заключительная будет по элитной АС-50. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Виталяны, пока.